Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про вулкан Йеллоустоун. Но прежде чем посмотреть, обязательно поставьте лайк на видео. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем хорошего просмотра! Природа уникальна, ее творения нередко вызывают восторг и восхищение. Но не всегда это бывает безопасно. Посмотрите на горы, могучие, сильные, которые так и манят к себе, чтобы объять в свои просторы. Вулканы, таящие в себе столько тайн, загадок и предположений. И таких чудес света очень много. Но не каждому они подвластны. Вулкан Йеллоустоун, или как его еще называют, Йеллоустоунская кальдера, находится в Йеллоустоунском национальном парке США. Кальдера расположена в северо-западном углу штата Вайоминг, в котором находится большая часть национального парка. Высота вулкана достигает 2805 метров, это приблизительно 8 эйфелевых башен. Его также называют супервулкан. Вулкан, извержение которого может привести к глобальным разрушениям и изменениям климата на планете. Их особенность в том, что они не просто извергаются, а порой взрываются. Расположен этот вулкан в знаменитом Йеллоустоунском парке. Сам парк называется так потому, что когда-то обнаружили золотистые камни в каньоне реки Йеллоустоун. Дословно Йеллоустоун переводится как «желтые камни». Парк был основан 1 марта 1872 года. Площадь этого парка составляет 8983 квадратных километра. Известен своими природными живописными ландшафтами и разнообразной живой природой. В районе этого вулкана Йеллоустоун постоянно происходят землетрясения. При извержении, как бы неутешительно ни звучало, Америка будет уничтожена, а большинство людей умрет от голода, холода и радиации. За последние 2 года наблюдения учеными появились предположения, что извержение может произойти намного раньше, по следующим факторам. Увеличилось количество землетрясений, температура в водоемах значительно увеличилась, что способствовало вымиранию рыб, увеличилась сейсмическая активность, можно предположить, если когда-нибудь произойдет взрыв, то может наступить ядерная зима, которая уничтожит все растения и весь животный мир. Мощность вулкана легко будет сравнить с Армагеддоном. По подсчетам ученых, вымрет более 10 миллионов человек. Однако жителям, живущим в восточноевропейской части России и центре Евразии, эта опасность не грозит. Где находится Йеллоустоунский вулкан? Территориальное местонахождение этой достопримечательности в США, Соединенные Штаты Америки, если быть точнее, в северо-западном углу штата Вайоминг, большая часть Йеллоустоунского национального парка. Расположен над Йеллоустоунской горячей точкой, покрытой Йеллоустоунским платом. Где находится вулкан Йеллоустоун? От границы с Российской Федерацией 14 178 километров, от штата Вайоминг 400 километров, от Лос-Анджелеса, Калифорния 1635 километров, Лас-Вегас 1180 километров, аэропорт Коди 80 километров. Координаты Йеллоустоунского вулкана: широта 44,42, долгота 110,24,8. Когда лучше посетить вулкан Йеллоустоун? Погодные условия здесь настолько непредсказуемы, что ваши удивления граду в июле будут напрасны. Нужно быть готовым ко всему. Но средняя температура днем летом около плюс 25 градусов Цельсия. Ночью уже немного прохладнее, а на возвышенностях еще холоднее. Не редкость здесь грозы, которые идут после обеда. Весна и осень очень похожи, потому что не знаешь, чего тут можно ожидать. Будьте готовы к снегопаду или сильному дождю. Температуры в эти периоды благоприятны и варьируются от плюс 5 до плюс 20 градусов Цельсия. Зимой будьте готовы к белым заснеженным пейзажам, которые захватят вас в свои объятия. Частые снегопады присущи именно этому времени году. Температуры могут достигать до минус 20 градусов Цельсия. Рекордная минимальная температура составляла минус 54 градуса Цельсия. Но обычно большинство посетителей приезжает сюда летом. Особенности. Парк функционирует круглосуточно. Его размеры настолько велики, что смысла ехать туда на один день в принципе нет. Как правило, чтобы остаться там на несколько дней, необходимо снять и заселиться в отель или гостиницу. Цены варьируются от 100 долларов и более за ночь. Также в парке представлены магазины, заправочные центры. Но если ваш бюджет невелик, можно рассмотреть вариант кемпинга. Вход в Йеллоустоунский национальный парк платный. При входе нужно будет приобрести 7-дневный пропуск. На автомобиле – 30 долларов, на мотоцикле – 25 долларов, пешком – 15 долларов.
Лицам до 15 лет вход свободный. Там же можно приобрести экскурсию на группу туристов, но все уже будет зависеть от количества группы. Помимо вулкана у вас будет уникальная возможность увидеть диких животных, захватывающие гейзеры, таящие в себе тайны пещеры, могучие горы, красивые и завораживающие виды. Вы сможете посетить музеи, в которых вам расскажут историю создания национального парка, расскажут, что можно увидеть в его окрестностях. Йеллоустонские гейзеры. Гейзеры, их насчитывается более 3000. Они известны и популярны тем, что через какой-то промежуток времени выпускают пар на высоту свыше 40 метров. Не менее известны источники. Наиболее известными и посещаемыми являются Великий Призматический Источник, Изумрудный Источник и другие. Безусловно, стоит посетить это место, потому что оно уникально и загадочно. Нигде больше не найдешь таких живописных пейзажей, диких животных, приобщенных к людям. Это место рекомендовано к посещению с семьями, потому что увидеть эти просторы – огромный шанс. Но мы советуем вам, перед поездкой внимательно изучить прогноз погоды, так как там она действительно непредсказуемая. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши новые видео.